Зачитывали имена и возраст. В Сургутском парке «Кедровый лог» в памятную дату 27 июля жители и гости нашего муниципалитета почтили память детей, жертв военной агрессии киевского режима в Донбассе, Новороссии и приграничных к зоне проведения специальной военной операции субъектов страны. Именно в этот день, уже 10 лет назад, после массированного удара по центру Горловки, погибли 22 человека, из них четверо – несовершеннолетние. Всероссийская акция началась с минуты молчания. Пришедшие вспомнить невинных ребят возложили цветы и игрушки к арт-объекту «Два лебедя». 2 года назад указом главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным был утвержден день в память о погибших детях в Донбассе. За последние 10 лет погибло уже более 200 детей, а раненых более 800. Мы не забудем, ведь дети – это будущее, будущее нашей страны. И, к сожалению, некоторые дети слышали только лишь бомбежки и не смогли прожить долгое количество лет в мирной жизни. Ну и очень важно помнить, потому что это наша история.